Если ты хочешь создать свой сервер в SAMP, KRMP или MTA, тогда тебе на bighost.org. Именно здесь ты можешь создать свой сервер за очень низкую цену. А также можешь выбрать любой roleplay мод, вы их видите сейчас на своих экранах, поставить его в один клик и создать полноценный проект. Все ссылки в описании, заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. 6 минут до капта. Готов сосать. Ага. Отлично. Бля, мне долбоебы флудят в личку, просто я их так ненавижу, нахуй. Сказал, что люди, которые флудят чат, типа мне, ну, типа, долбоебы, типа, ну, начал бомбить на них сразу. X-Temple начал флудить чат, и блядь, нахуй ты себя, Захар, под долбоеба подписываешь-то. Тофа шляпа ебучая. Ну, не, братик. После таких слов ты, блядь, у меня далеко не убежишь. Ха-ха-ха! Сука, убью нахуй. Яшечка, сука. Шо, это Яшка, ебать. Яшка, блядь. Кусок дерьма, нахуй, блядь. Лежать, нахуй. На вокзал, ебать. Мешки иди носи, нахуй. А потом, блядь, приходи в гетто, нахуй. Недостоин ты, Яшка, гетто, ебать. Яшка, тушер мяса. Вот это я понимаю. Яшка доказывает, что он не лоу-скилл. Реально, Яшка, красавчик. Тупо за банду потеешь, нахуй. Похуй на аккаунт, главное, чтобы капт выиграли. Вот это пацан, понимаю, old fuck сразу. Повышен сразу в глазах. Респекты летят. Яшка топ. Что это за Яшка, сука, предатель, нахуй. Уволен, сука, с банды, нахуй. Яшка, ебать, 26, нахуй, блядь. Минус Яшка, ебать. Обоссывон Яшкин, нахуй. Вот зачем меня тыкашить, я не понимаю. Ну что я сделал, похвалил его, ебать, нахуй, что он, ебать, как олдфак пошел тушить мясо, а он меня решил еще меня обоссать за это. Блядь, все, Яшка, сука, предатель, опять, нахуй, блядь, сейчас Яшка, нахуй. Не, ну Яшка, ты уже меня заебал, нахуй, это уже, сука, неуважение, нахуй. Хотя не, после капта, запомним ник Яшки, ебать. Да Яшка вообще охуевший, нахуй, он вообще просто тыкашит и тыкашит. Яшка, ебать, ты уже на бан насосал, так что жди, нахуй. Гроб тебе, Яшка. Блять, нет, я должен зайти, я должен их этих чуваков посадить в КПЗ. Сейчас я зайду, накажу их. Так, Яшка какой-то там, ебать, был. Все, Яшка ебашит. А сколько там можно? Давайте вар дадим. Давайте 20 дней, нахуй, Яшке дадим, нахуй. А Яшка где, нахуй, делся, ебать? А Яшка, о, в бан, ебать, уход от наказания, нахуй. Ох, Яшка, блять. Тупо минус Яшка. Яшка, ебать, так жалко Яшку. Да Яшку, да, жалко. И, типа, Яшка, ебать, долбоёб. То есть, Яшка, ебать, Яшка, то есть, нормально. Яшку жалко, но Яшка дурак, нахуй. Яшка, живи, ебать. Все за Яшку топят, нахуй. Шо вы, Яшку разбаниваем, да, пацаны? Жалко Яшку, да, брата? Убери свою дынку, тебя X-Temple разъебёт. X-Temple отсосёт, ебать. Я админ, я тут закон. А X-Temple, где ты, сука, шляпа? Всё. Макс Ку, хай. Дай 50к, пожалуйста. Ярик, ебать. Який 50к, блядь? Десятку могу дать максимум. Я, ебать, не такой миллионер, как ты думаешь. Ты шо, гонишь, брат? У меня не так дохуя денег. А, я понял. Чтоб сейчас собрать нормальную гвардию. Пацаки, ебать. Ярик Капоне, ты шо, сука, дурочка, ебанутая, сука. Сука, пиздате. Где ты, сука? Где ты, сука, дурочка, блядь? Где этот, сука, пидор баба, нахуй? Пидрила, я у тебя на ломку попросил. Пидрила, иди нахуй, ебать. Я тебе что-то должен, сука, давать? 50к зажала. Блядина, сука, хэштег введи, тебе 400 тысяч даст. Я тебе что, сука, обязан на ломку давать? Я что тут, лидер, нахуй, или шо, ебать? Ты, сука, базарить научись, ты, Ярослав Капоне, сука. Гандон, сука, ебуны. Я твой рот наоборот, пидор ты вонючий, видишь эти тучи, соси хуй, губой тряси, потому что ты гандон. Низкий тебе поклон, Ярик. Вот когда хуи закончишь сосать, тогда и пообщаемся. А, она уже в грувах, эта проститутка. Блять, надо было ее, сука, уволить. Шо, пазочки, кто вечерю носил, кто вообще пользовался моей тактикой? Сколько напасевали, ебать? Я вон себе на полный бак напасевал, ебать. Хе. Ну, в субике, понятно, ебать. Меня никто ничего не заливал, так что, ебать. Сидит на бутылке и морали говорит. Кайр, а ты на чем сидишь? На двух бутылках, че шо, ебать? У тебя, походу, там пердак уже нормально расширен, ебать. Что тебе туда, сука, 0,5, нахуй, влазит, как за них. В этот, в торпеду, сука, в твою, блядь. В потайной карманчик тебе туда, сука, нормально, а пацаны, блядь, напихали. Ну, вот знаете, когда люди видятся первый раз, вот они говорят сразу, вот я подхожу, говорю, Максим. А он говорит, сын шалавы. Я понял, ебать.
Блядь, я вот не понимаю вот этих пидоров, которые что-то начинают говорить за родителей, сын, не сын. Ой, блядь, сын Дауна, Сакура. Хуйло, ты за себя говори, сука. Я оскорбляю тебя, не твоих родителей, шляпа ты ебаная. Если ты нихуя кроме этого не можешь сказать, то просто пойди к своим родителям. Поплачь им, скажи им, что ты пидор, которого выебали в жопу. И может они тебе скажут, что, блядь, ну вены вскрывать, это будет самое лучшее для тебя решение. Но лучше эффектно прыгни с альтухой на голову, блядь, с 9-этажки. Но все помнили, как ты был охуенный, когда летел, и орали, ебать. Да пизда, сука, да идите нахуй, шляпы ебаные. Работаем вдвоем, вдвоем. Блять, ну вот это пидор, пидор просто, что со мной. Пидор, знай, ты пидор, гандон ебаный, сука. Рот твой ебал, а не тиммейт, просто хуйло ебучее, сука. Даунина, говорю, вдвоем иду его давлю, пока, сука, ему Децл не оставил, эта хуйня не подтянулась и не добил.